Следственный комитет проверит Минусинскую больницу после того, как местные врачи не смогли помочь 12-летнему мальчику. Он впал в кому уже после того, как его выписали. На школьника напали в начале февраля подростки, когда он выходил из музыкальной школы. За отказ отдать телефон мальчика ударили по голове. Он пролежал без сознания, пока его не заметил прохожий, который вызвал скорую. По сообщениям федеральных СМИ, в Минусинской больнице мать несколько раз уговаривала врачей сделать компьютерную томографию головного мозга. Но снимок якобы не показал патологии, и ребенка спустя 2 недели отпустили домой. Через несколько дней у него начались судороги и головные боли. Школьника снова привезли в межрайонную больницу. У него было кровоизлияние и отек мозга. Мальчика ввели в искусственную кому, затем на вертолете доставили в Красноярск. Теперь следователи изучают сразу 2 дела – о нападении на пострадавшего и о местной больнице. Истребованы медицинские документы, опрашиваются свидетели и родственники ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также перед Минусинским межрайонным прокурором возбуждено ходатайство об изъятии из органов полиции передачи уголовного дела о причинении потерпевшему побоев для дальнейшего расследования в Главное следственное управление по Красноярскому краю Республики Хакасия.